Всем привет, я Максим Карацов, игрок команды Смоки Минск, и сегодня я поделюсь с вами секретами игры в защите. Ни для кого не секрет, чтобы хорошо играть в защите, нужно огромное количество времени выделять для скорости и силы ног. Предпочитаю низкую защитную стойку с активными руками. Стараюсь максимально давить на игрока с мячом, но даже если не получается перехватить, то сбиваю ритм нападения. С самого детства я любил играть в защите, поэтому опекал лидера соперника и доказывал, что моя защита лучше их нападения. Играйте в баскетбол и помните, нападение выигрывает игры, защита – титулы.